Спонсор показа — ветеринарная клиника «Теремок ЗОО», Ватутина 27, телефон 64-99-66, ежедневно, без перерыва, с 8.30 до 20.00. Замрите, я снимать только буду. Снимать только будут, снимать. Годовалого Аркашу в приют общества защиты животных привезли из Ревды. Несмотря на то, что пес всю жизнь прожил на улице, здоровье у него отменное, а характер осторожный. Собака проходит вакцинацию и вскоре будет готова переехать к новым хозяевам. Ну, лучше, конечно, его в свой дом. Он больно пушистый. Ему жарко в квартире-то будет. Лайка по кличке Чугас тоже из Ревды. Чугас любопытно, имеет озорной характер и любит играть с людьми. Сейчас ее готовят к стерилизации. Волонтеры обращают внимание, у Чугас есть особые потребности. Это, конечно, в домашнюю, не то что дома в квартире, а можно в свой дом. Но факт то, что Лайка, она есть Лайка, она любит очень много бегать, двигаться. А у этой собаки клички пока нет. В приют ее привезли жители улицы Вайнера. Собаке уже поставили необходимые прививки, другой медпомощи ей не понадобилось. Судя по тому, что животное прекрасно знает команды, она просто потеряла своего хозяина. И мы очень ищем хозяина у нее, чтобы он ее забрал, потому что он умная, добрая и вежливая. Она самая добренькая, она не кидается на людей, ничего. Ну, как бы ручной пес, видно, что домашний. Сейчас своих новых хозяев в приюте общества защиты животных ожидают более 150 собак.